Анапа, торгово-развлекательный центр «Красная площадь», вечером 16 марта 2022 года. Пока у нас погода холодная, на улице мороз, сейчас вот минус 3, ночь вообще минус 6. Люди вечером приходят на досуг, провести свой досуг, какую-то часть его именно в торгово-развлекательном центре. И тут у нас ребята наконец-таки открыли фудкорты. Ну, в связи с, вот с этой темой, карантинной, да, ограничительной, фудкорты долгое время были закрыты. А, ну, кстати, ребята, без QR-кодов пускают, если вдруг кто не в курсе еще, да? Вот начали после долгого-долго прерыва, это что, с 2020 года, пожалуй, да, работать фудкорты. Ну что, посмотрим, заценим, что тут у нас. Что, движняк пошел? Ну, тут еще вот всякие игровые темы появились, тоже начали работать, которые вот напротив кинотеатра. Слушайте, смотрите, нормально, все, люди приходят, довозят досуг. Блин, Медович, Subway, пицца, паста, Бургер Кинг, ну, в общем, такое. Ну, круто, ребята. Теперь можно прийти и вот так вот затусить. Ну, здесь вот эти игровые площади. Кстати, книжный магазин «Читает город». Ребята, кто из вас читает книги еще? Рассказывайте. Но я вот бумажные книги сейчас читаю редко. Ну, у меня такая мини-библиотека есть домашняя. Но читаю я сейчас именно бумажные книги редко. Но на планшете, на планшетном компьютере продолжаю читать. Смотрите, ребята, работают. Все путем. Как-то невероятно интересно. Так, ну, кинозалы тоже работают. Ассортимент фильмов, смотрите, здесь есть официальный сайт. В интернете найдете. Ну и давайте еще посмотрим, какие сегодня цены в супер-гипермаркете. Есть ли в наличии там сахар, гречка. Сахар Невский 203,99. Вот тут всякий коричневый сахар, вот такие дорогие варианты, брауни. Даже тоже здесь подразобрали. Так, а подешевле? Есть ли у нас подешевле? Прямо очень интересно. Так, ну, мука цельнозерновая, тут муки полно, в принципе. А вот сахар я не вижу. Не, может быть, он где-то есть? Может быть, не его не видно. Соль, это у нас соль. Тоже соль. Ну, гипермаркет в Красной площади. Такой вариант. Сахар по 200. Ладно. Вроде подешевле не вижу. Надеюсь, поставки все-таки будут в Анапу. Так, а что у нас по гречке? В прошлый раз я видел гречку где-то здесь. Гречневая крупа. Ну, слушайте, гречневая крупа 179 Агроальянс. Ну, такая брендовая, да, 203 Мистраль гречка ядрица. Да, цены новые. Так, а... Вот, смотрите, ребята, крупа гречневая ядрица, быстро разваривающаяся, 800 грамм, соц крупа гречневая, 79,99.
80 рублей. Как и прежде. Все. Нормально. Гречка есть. И видите, это вот именно как раз таки та гречка, которую ограниченное количество выдают. Ну, рис, все такое нормально. Ну, а теперь цены на овощи, фрукты, да? Гипермаркет. Красной площади. Помидоры 229,99. И дешевле вроде как нету, да? Ну, там есть еще дороже. Так, огурцы. В чем огурцы? 154,99. Ну, дешевле, чем помидоры. Так, что тут у нас? Яблоки 29,99. В общем, смотрите. В принципе, есть. Картошка. Картофель социальный. Ценение растет. 35,99. Ну, качество. Вот смотрите, какое качество. Все это видно наглядно. Картофель подороже. Понятное дело, что уже по качеству 84,99. Разница прям, да, такая же визуальная. И на вдруг по вкусу они примерно одинаковые. Хотя вряд ли, конечно. Картофель для варки 3 килограмма, 239,99. Так, тут у нас еще капуста стала пользоваться невероятной популярностью. Так, ну это не самая дешевая, это молодая. 109,99. А с подешевле это вот она. 2,79. Социальная капуста. Пожалуйста. Что-то мне кажется, что сейчас капусту покупать гораздо выгоднее, чем помидоры, даже чем огурцы. Ладно, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, какие цены у вас в магазинах вашего города. Что у вас есть в наличии, чего нет в наличии из того, что мы сегодня с вами посмотрели. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме обязательно. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене. Будем продолжать оставаться на связи. И до новых встреч. Всего вам доброго, друзья. Ну, кстати, вот лимоны 109,99. Лимоны. Все, покедова.